Вот оно, наше безопасное место. Ребят, мы добрались до безопасного места. Они будут очень удивлены, что мы нашли кого-то. Так, я буду отвлекать бабку. Вон проходить. Где бабуся? Где она? Так, Пиги здесь, бабуся здесь. Эй, бабуся. Бабуся, привет. Так. Медуза. Медуза. Привет. Пам-па-па-па. Ага. Бабка оказалась умная. Или нет? Как забагать бабку? Отстань. Ага. Придется отбегать. Ага. Прощай. Привет. Бабка, беги за мной. Где она? Вот она. Сюда, сюда. Ко мне. Привет. Панда. Ну, с пандой-то легко, она у нас добрая. А вот бабка какая-то. Какая-то такая она. Бабуся. Ну, бабка еще медленная. Бабуся, сюда иди. Где? Откуда? Куда? Кажется, я не смог от нее. Она убежала. Чего, кажется, я потерял бабку. Где она? Привет, панда. Где бабка? Вот она. Эй! Сюда. За мной, за мной, за мной, бабка. Давай. Пробегай. Беги. Блин, панда. Да-да-да. Угу. Может быть, может быть, может быть, может быть, я это сделал. У меня получилось. Я боюсь сейчас даже написать. Вот он, вот он. Где бабка? Блин, я ее опять потерял. Не люблю ее терять. Всегда знаю, что она где-то в игре.
Дайте ей траву зёбре. Ты меня напугал, Чил. Я не знаю, где бабка. Но ты меня напугал. Панда здесь. Бабки нет. Я правда не могу ее найти. Так, вот она, бабка. Что у него? Кей-код. Ага. Давай, давай. Ко мне, ко мне, ко мне, ко мне, ко мне. Туда не надо. Укротитель баб. Нет! Ты куда? Он жив? Да, мы это сделали. Ребята, кстати, спасибо за 100 подписчиков. Пока мы будем смотреть вот эту вот сцену, я вам скажу спасибо за 100 подписчиков. Мы на это целый год рассчитывали. И вот мы сейчас стримим в честь вот этих 100 подписчиков. Мы сейчас скажем: молодец, Макар, молодец. А он, короче, смотрите, ребята, эта цифра, я шел к ней год, и, ребята, мы это сделали. У нас 100 подписчиков. Мы сейчас прошли 9-й акт Пиги. Я его никогда не получил, не проходил. Я получил бейдж. Мистер Пи... Ладно, давайте прочитаем. Мистер Пи раздает зелья, они превращают животных в монстров. Мне нужно помешать ему это сделать. Вы должны хотя бы остаться здесь немного. Мы можем помочь. Что дальше? Ребят, смотрите, у меня в телефоне вот так сообщение приходит. Что это было? Что там? Я думаю, кто-то наблюдает за нами. Я проверю это. Я иду с тобой. Оставайтесь в безопасности. Ребят, мы прошли это. Так, всем удачи, всем пока-пока.